Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, я как обычно простуженный, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, я вылечусь, и подпишитесь на канал Кент ПК. Ну а прямо сегодня вы просто будете в шоке, потому что у меня дуэль на аккаунт, и я почему-то выиграл, На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены, а с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. Ну как-то, ребята, это было слишком быстро. Ну это прям самый быстрый выигрыш в моей жизни. Так, ну что, ребята, если я побеждаю, я получаю совершенно бесплатно аккаунт с 6 перчатками. Это не шутка, это не пранк, я реально получу 6 перчаток. Ой-ля, ой-ля, жестко-то как. Давай, до свидания, 2-0, затащили, изи-каточка. Ну что, ребята, ну я считаю, с такие моменты надо поставить по лайку и надо подписаться на канал Кента ПК. Но, ребят, ну вы видели, я прям как настоящий киберспортсмен уработал его, 2-0. Если что, ребят, я уже подготовил второй эмулятор, на втором эмуляторе я уже готов зайти на его аккаунт. Так, ну что, полетели, полетели, полетели. Ну, ну, братик. Ой, ля, простреливает кента, вот бессовестный. Опа, 4-0, ну, конечно, ты играешь неплохо, но до уровня кента тебе еще далековато, братан. Но я же у самого фермера учился скиллу, поэтому, братан, ну, ты сам посмотри. Ну, видно, что у меня пройдена не одна тренировка по киберспорту, потом, братик, придется тебе все-таки написать логин и пароль от твоего аккаунта. А прикиньте, если я проиграю, придется отдавать мой аккаунт. Но это уже будет не смешно. Так, так, так. 5-0, ребята, ребята. Все-таки бывают прекрасные моменты в этой жизни. Бывают замечательные, сладкие, приятные моменты. Ребят, вот люблю просто стендов, обожаю вас. Как же приятно, что я ютубер, у меня есть такая возможность сыграть дуэли на аккаунт. Был бы я обычным подписчиком, да хрена с два смог туда сыграл бы дуэль на аккаунт. А тут, ребята, просто имба. Уйлё! Вот так вот, 6-0. Эх, эх, братик, братик. Увы, ах, но походу все-таки свой аккаунт ты мне отдашь. 6-0, ребят, это просто ляпота. Это просто белиссимо, перфекто. Ой, ребят, я уже начал говорить на всех языках мира от радости. Вы понимаете, у него 6 пар перчаток. Просто я в шоке. Обалдеть. Он через мид обходит. Не, братан. Мы же играем, бей, Тёмка, чувак, ты чё? Ладно, я понял, с мидом играем, базара 0. Он уже начинает нарушать правила, он уже начинает бухлевать. Базара 0, я тоже могу обходить через мид. Мне не сложно, полетели, полетели, полетели. Вот так вот, видишь, ты меня решил обойти через мид, я тебя пошел через мид, а что думал, самоумный или как? Ну что, ребят, последний решающий раунд, и я получаю данные от его аккаунта. Все, 8-1, ну, ребята, это было прям слишком легко, ну а прямо сейчас наступает самый приятный момент. Он мне отдает свой аккаунт. Ну чё, братик, пиши логин, пароль, сейчас надо узнать его в ВК, и он мне в ВК скинет логин и пароль от своего аккаунта. Вы просто понимаете, насколько же все это жестко. Прямо сейчас я захожу на мой новый аккаунт, ребят, я просто в шоке. Посмотрите на все это, охренеть, охренеть, это мой новый аккаунт. Да, я зашел на аккаунт, я зашел на аккаунт. Теперь этот аккаунт мой. Я просто не верю своим глазам. Ребята, вы понимаете, меня не киданули первый раз в жизни, я реально выиграл аккаунт. Давайте сходим сюда. Охренеть, не встать. Опупеть, опупеть. А ну-ка. Ранг у него, конечно, невысокий, бронза 3, но тоже неплохой. Ранг однозначно мы, ребят, поднимем. Я просто в шоке. У меня нет слов. Посмотрите на его голпас. Но, к сожалению, данный голпас у него не куплен, но он проходил фрипас. Фрипас он прошел 3... 2-1. Охренеть, охренеть, охренеть. Мать моя женщина. Я в шоке. Мне просто плохо. Посмотрите. Охренеть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть! Я в шоке, ребята.
Нож бабочка, охренеть, какой он классный. Я всегда хотел поиграть с этим ножом бабочкой. А, полупеть, не встать, вот это да. Посмотрите на эти крутые легендарки брелки. Посмотрите на эти скины. Я просто в шоке. Так, ну что, ребят, листаем самый-самый низ. М4 Pixel Storm. А, пупеть, ребят. P90 Samurai. Сколько координат с геометриков, ребят. У меня нету слов. Посмотрите на все это. Охренеть, я в шоке. И теперь весь этот аккаунт принадлежит лично мне. Я, честно говоря, всяко ждал, но я думал до последнего, что он меня киданет. Но парень, сколько наклеек, сколько всего, ребята, посмотрите. Просто посмотрите на мой новый аккаунт. Сколько стоят эти наклейки? По 30 голды, но это дешево. Давайте посмотрим, какие самые дорогие наклейки у него есть. Ну, точнее, у меня уже есть, это же мой аккаунт, я выиграл в дуэли. Парень красава, что он не киданул, за этому респект. Охренеть, наклейка Аркана? У него есть наклейка Аркана? Чего нахрен? А, пупеть, пацаны. Посмотрите, сколько у него диглов, посмотрите, сколько 5-7, а сколько UMP геометриков, жалко, их нельзя крафтить. Охренеть, не встать, ребята, я просто в шоке. Я не знаю даже, что сказать. Сколько у него дорогих скинов, сколько у него всего, сколько у него легендарок. Блин, ребят, я даже не знаю, с чего бы начать. P90 Самурай, кстати, у меня же нету P90 Самурая. Все, я продал только что сам себе, прикиньте. Ха-ха. Охренеть, у меня теперь появился P90 Самурай с крутой с наклейками. Только что новый P90 Самурай. Я в шоке, ребят. Я реально выиграл аккаунт. Так, что есть еще прикольно в этом аккаунте? Еще 500 голды, охренеть. Запросы на покупку AVM Treasure Hunter, братан, на что ты рассчитываешь, я не знаю. Короче, ребят, поставьте за это лайк. Знаете, что я сделаю? А я не буду ничего продать на этом аккаунте. Знаете что, мне реально как-то неловко, братан, я тебе скажу так. Короче, мужики, этот аккаунт я решил, мы оставим этому парню, потому что он очень хороший, он добрый. И мне просто неловко забирать у него этот аккаунт. Поэтому, братан, тебе очень сильно повезло за то, что ты честный, за то, что ты не кидок, ты меня не киданул. Этот аккаунт я все-таки отдаю тебе. Все, ребят, все. Давайте, я не буду как скотина. Все, братан, я тебя поздравляю, этот аккаунт теперь твой, запомни. Этот аккаунт принадлежит тебе, братан, я тебя поздравляю, все, я выхожу с своего аккаунта, я перехожу на свой аккаунт, все, братан, давай.